Сидел на ветке дятел, да сиделся, спятил. К моей радости отпуск наступил чуть раньше, и я не последовал примеру несчастной птицы. Минусы в виде постоянно зудящего телефона, неимоверного количества народу на один квадратный миллиметр и истощающего яд телевизора остались где-то далеко, в другой, и как будто не моей жизни. Уже неделю я шел вверх и размышлял. Горный поход, я заметил, вообще способствует мыслительному процессу. В отличие, скажем, от пищеварительного. В горах в пищеварительном процессе там все быстро и скоротечно. Упал в желудок какой-нибудь шустрорастворимый вермишель. Сверху прилетел Сникерс. Хорошо, если без обертки. Организм офигел и почти моментально отправил все по назначению. На ближайшие 5-6 часов свободен. Иди и думай. И что удивительно, мысли в голову лезут не какие-то житейские, а все больше глобальные. О судьбе человечества, о смысле жизни, о колбасе. Вернемся от вечного к мирскому, так сказать. Вот часто говорят, туристы такие пафосные ребята, как начнут рассказывать про свои походы, впору подогнать симфонический оркестр для звукового сопровождения и группу профессиональных плакальщиц, которые в момент особого трагизма начнут трясти нижней губой и подвывать. Ну что ж, так и сделаем. Я 15 лет в шахте за бой отработал. Был весь больной. Пошел в горы, они мне дали жизнь. Вторую. А это очень здорово. Испытать себя, свое тело, свой дух. Понять, настоящий ты мужик. Или так себе. Оба-на! Надо вечером девчонкам рассказать. Вадик, за что ты любишь горный туризм? Все. Любишь все-таки? Да. Все-таки любишь? Все-таки любишь. Точно? Точно. Вот упертый черт. Я когда это место проходил 10 минут назад, ненавидел горный туризм. Сейчас вроде опять нравится. Завязывать надо с этой ромашкой. Люблю, не люблю. Я даже пока шел вверх, придумал клятву, которую дам сам себе по окончании этого похода. Но это будет уже внизу. А пока приговоренные к восхождению в очередной раз ожесточенно обмотались веревками и, беззлобно кашляя в сторону руководителя, вяло двинулись вверх. В каждом походе есть особо запоминающиеся моменты, так сказать, символы, и не обязательно это заход на вершину или перевал. В нашем случае это была просто ночевка. То ли звезды в фигу сложились, то ли карта на бок легла, то ли в силу других разных обстоятельств, но ночевать пришлось вдевятером, в трехместной палатке, на перевале между двух вершин. Шпроты рыдали бы в своей банке от счастья, если бы видели эту картину. А апофеозом этой безумной ночи стал вопрос, заданный под утро одним из отдыхающих при обращении к другому. «Ты чего не спишь?» — спросил он голову, торчащую у него из-под ноги. «А негде!» — вне себя от радости прокричала голова в ответ. «Мать, мать!» — подхватила эхо, разносясь по ущельям. Но это я, конечно, приукрасил. Все было гораздо приземленнее. Один спросил, второй послал. И пошли мы, гонимые ветром и палимые зноем, в направлении вершины.
потом был базовый лагерь, где тебя встречали ведром компота и стопкой спирта. Исключительно для того, чтобы полирнуть сосуды, еще больше взлохматить и без того взъерошенную душу. И было огромное удовлетворение самим собой, попросту называемое счастьем. И долго еще в голове вместо мысли были просто образы, которым чертовски захотелось дать определение. Что такое горы? Это огромная неизвестная планета, и сколько бы раз ты на ней не оказался, это всегда будет впервые. Это стук твоего сердца на вершине, который, ударяясь о скалы эстафеты, разносится на сотни метров вдаль. Это твой крик отчаяния, утонувший всего в полуметре от тебя, в грохоте ураганного ветра. Это невероятное желание — жить. Какие бывают горы? Они бывают сказочно красивыми и безмятежными в своем изумрудно-белом великолепии. Но иногда они превращаются в такой же белый, до боли в глазах ад, изо льда и снега, несущийся по склону с невероятной скоростью и убивающий все живое на своем пути. Они бывают настолько высоки, что превращаются в дно неба. Но стоя на этом дне, понимаешь, что ты выше всех. И под тобою весь мир. Что могут горы? Горы могут дать тебе еще одну, настоящую жизнь, а могут лишить тебя единственной. Горы могут подарить тебе верных друзей, и они же могут забрать их у тебя. Они могут приходить к тебе во сне, заставляя улыбаться от счастья новой встречи или с криком просыпаться от ужаса увиденного. Но есть одна вещь, которую не могут ни одни, даже самые великие горы в мире. Они не могут принимать решения. Я, Овсяников Алексей, торжественно клянусь, больше никогда не ходить в горы. Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, пусть меня постигнет всеобщее уважение товарищей и восхищение окружающих.